Приветствую вас. Я думаю, что ситуация заключается в отсутствии у вас, во-первых, цели, то есть, отсутствие каких-нибудь целей, да? То есть вот вы такое впечатление, что не отдаете себе отчет в том, зачем вы хотите с этой девушкой общаться, что вам нужно от нее, что между вами общего. Вот, если она вам понравилась, допустим, чисто внешне, то хорошо. Если она понравилась вам чисто внешне, здорово. Но помимо этого, все-таки мне кажется, что нужны еще какие-то моменты, нужны еще какие-то аспекты, да, и, собственно говоря, нужно что-то еще, в общем. Нужно что-то еще. Вот, а пока что мне кажется, что у вас как раз таки этого чего-то еще попросту нет. Понимаете, какая штука? Вот. Я вас не обвиняю ни в чем сейчас, да, я не хочу сказать, что у вас что-то обязательно должно быть. Но мне кажется, что на это внимание обратить вам как минимум стоит, потому что это важно. Это важно. Это очень важно именно для вас. Вот. Это первый аспект. Вторая история, на которую нужно обратить вам свое внимание, это то, что делать сейчас. То есть как вам поступать сейчас. Вот. Мне кажется, что это зависит от того, что вы хотите все-таки. То есть если вы отношения с девочкой хотите все-таки сохранить, если для вас важно сохранить отношения с ней, то, наверное, лучшим решением будет сейчас ее как-то вот не трогать. Не трогать и просто не беспокойся, не беспокоит ее сейчас. Потому что она от вас определенно хорошего ничего не ждет на данный момент. А дальше уже через какое-то время вы можете ей написать и просто о чем-то отвлеченном поговорить. Вот. То есть ваши страхи, они понятны, ваши страхи, конечно, но это мало что значит на самом деле здесь, именно здесь. Вот примерно так. А если девушка будет вас бояться, значит вы просто действовали неверно и вы чего-то сами боитесь. То есть, к примеру, вы боитесь того, что она
перестанет с вами общаться, вы не хотите, чтобы ей было скучно, вот, при том, что ресурсы у вас, я бы сказал, ограничены для того, чтобы ее веселить. То есть, ну, кому-то ваш юмор может нравиться, кому-то нет, это нормально. Вот. То есть, здесь вот такая история, здесь такой момент, вот, и мне кажется, что нужно обратить на это ваше внимание. Мне так видится. Вот. Примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация успешно разрешится.